Сотрудник с диагнозом параноидная шизофрения работал в одном из лагерей города Текели. Сейчас прокуратура приступила к проверке всех детских лагерей области ЖТСУ. Как выяснилось, психическое расстройство у работника не единственное нарушение в учреждениях. В лагере Карлыгаш Куксусского района продукты питания для детей закупались при отсутствии ветеринарно-санитарной экспертизы и сертификатов безопасности. Более того, в медпунктах хранили просроченные лекарства, а меню не соответствовало нормам питания для подростков. В прокуратуре также отметили, что практически во всех лагерях не соблюдаются нормы пожарной безопасности. На данный момент проверочные мероприятия в организациях детского отдыха продолжаются. По всем выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского надзора.